говорит Геленджик. Говорит Геленджик. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в открытии 10-й международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2014». Слово предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Дмитрию Олеговичу Рогозину. Спасибо. Разрешите сначала зачитать приветствие участникам, организаторам и гостям 10-й международной выставки научно-технической конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2014». Приветствую участников, организаторов и гостей 10-й международной выставки научно-технической конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2014». Россия по праву гордится историей отечественного гидроавиастроения, именами выдающихся ученых, конструкторов и испытателей. Ваша выставка продолжает богатые профессиональные традиции отрасли, собирает вместе специалистов, ведущих предприятий со всего мира, представляет новейшие достижения инженерной мысли, передовые технологии и услуги. Важно, что значительно обновленная программа юбилейного гидроавиасалона дает возможность для широкого экспертного диалога, обмена полезным опытом, для обсуждения всего спектра актуальных проблем развития гидроавиации, у которой большое будущее. Одно из перспективных направлений – это использование потенциала гидроавиации для реализации проектов в сфере экологии и природоохраны, рационального использования минеральных, биологических, энергетических ресурсов Мирового океана. Убежден, что выставка будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественного гидроавиастроения, развитию международного сотрудничества, продвижению продукции наших производителей. Желаю вам успехов и всего самого доброго, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну а теперь два слова от себя хочу сказать. Я первый раз на выставке такой интересной и широкой выставки продукции российского гидроавиастроения. Но могу высказать только одну надежду. Сейчас у России новые горизонты развития морской авиационной техники. Во-первых, у нас и море стало больше. После воссоединения России с Крымом теперь у нас новые задачи здесь, на Черном море. После принятия решения президентом о новом освоении Арктики новые перспективы для развития арктической морской авиационной гидротехники. Поэтому работай не проворот. Главное сейчас понять, время наступает непростое, враги хотят сжать кольцо вокруг нашей страны, технологическое кольцо, а ответить мы должны только одним, максимальным акцентом на развитие отечественного машиностроения, в частности авиастроения. Поэтому наш ответ Чемберлену будет один, новая высокоэффективная морская авиационная техника. Слава России, мы победим! Браво! Слово предоставляется министру промышленности и торговли Российской Федерации, председателю оргкомитета выставки Денису Валентиновичу Мантурову. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья, мне доверено сегодня зачитать приветствие от председателя правительства Российской Федерации. Если разрешите, я это просто зачитаю. Уважаемые друзья, приветствую вас в Геленджике на международном гидроавиасалоне. Он по праву является признанной площадкой для демонстрации достижений в области авиации, судостроения, шельфовой, нефтегазодобычи, подводной техники и оборудования. Многие из представленных здесь российских экспонатов не имеют аналогов в мире. Это яркое свидетельство большого потенциала нашей конструкторской и инженерной школы. Сегодня правительство уделяет приоритетное внимание модернизации высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе авиастроения. От решения этой масштабной задачи во многом зависит динамика экономического роста, обеспечение
национальной безопасности и обороноспособности страны. Рассчитываем, что юбилейный салон послужит укреплению позиций России в гидроавиастроении, будет способствовать экономическому и социальному развитию страны. А участие в нем наших зарубежных партнеров покажет не только интерес к нашим разработкам, но и то, что любые попытки технологической изоляции России бесперспективны. Желаю вам успешной работы, взаимовыгодных контрактов и всего самого доброго. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы каждый авиасалон, каждый гидроавиасалон, который проводится в этом замечательном месте, добавляем все новые и новые тематики. И в этом году уже второй раз мы добавляем тему, связанную с судостроением, с нефтегазодобычей, с освоением Мирового океана, что является в совокупности тем, что у нас есть серьезный потенциал в этих отраслях, в освоении этих направлений. И то, что будет продемонстрировано сегодня, будет демонстрироваться впервые по некоторым образцам авиационной морской техники. Мы рассчитываем на то, что мы и впредь будем развивать эту площадку гидроавиасалон как демонстрацию достижений наших высокотехнологичных образцов промышленности, где мы крайне конкурентны, имеем хороший потенциал. Мы будем и впредь приглашать наших зарубежных партнеров, будем исходить из того, что мы находимся в глобальном пространстве, в промышленном пространстве, где конкурировать нужно в первую очередь на внешних рынках, достигать лучших результатов. Я желаю всем участникам, гостям получить возможность увидеть то, что наша промышленность за последнее время разработала, то, что наши зарубежные партнеры также заинтересованы показать свои достижения. Я рассчитываю, что мы вместе за эти 4 дня получим возможность пообщаться на всевозможные тематики, связанные с развитием всех секторов промышленности, которые тем или иным образом укрепляют гидроавиацию, морскую технику. Я желаю всем успехов, удачи, новых контрактов и контактов. А я надеюсь, что мы закрепим еще и цифрами подписанных контрактов непосредственно сегодня. Спасибо, всем удачи. Организаторам, участникам и гостям 10-й международной выставки и научно-технической конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2014». Приветствую организаторов, участников и гостей 10-го международной выставки и научно-технической конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2014». Инновационное развитие промышленности является залогом устойчивого развития страны, а отечественная авиационно-космическая индустрия – это локомотив высокотехнологичного сектора экономики. Уверен, что гидроавиасалон в очередной раз продемонстрирует передовые достижения в области самолетостроения и ускорит продвижение российской продукции на зарубежные рынки, послужит укреплению международного диалога и технического сотрудничества. Желаю выставке успешной работы, а участникам конференции новых идей и перспективных решений. Сергей Евгеньевич Нарышкин. Дорогие участники авиасалона, буквально два слова об участии Ростовской области в сегодняшнем событии. Ростовская область является организатором, одним из организаторов этого авиасалона. Сегодня она представлена более полутора десятками предприятий высоких технологий, которые занимаются авиастроением, разработкой новых
технических решений в этой отрасли. Сегодня мы подпишем два серьезных документа, которые действительно, по нашему мнению, сыграют серьезную роль в развитии авиастроения, в развитии тех предприятий, которые сегодня работают в Ростовской области. Один из них — это меморандум, который мы подпишем с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, с госкорпорацией «Ростех». Это документ о создании на территории Ростовской области вертолетного кластера. И второй документ — соглашение между правительством Ростовской области и Министерством промышленности и торговли, связанное с развитием промышленного потенциала Донского региона. На нашей экспозиции вы сможете убедиться в потенциальных возможностях предприятия Ростовской области. Уверен, что сегодняшний 10-й юбилейный гидроавиасалон послужит на самом деле активному развитию гидроавиации, промышленного потенциала нашей страны. И это будет очередной шаг в укреплении российского государства и очень очевидно в развитии промышленного потенциала нашей Ростовской области. Право торжественного открытия выставки предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Дмитрию Олеговичу Рогозину и министру промышленности и торговли Российской Федерации, председателю оргкомитета выставки Денису Валентиновичу Мантурову.